Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я для вас сняла африканскую ярмарку. У нас в центре города каждый год приезжают, слышно, озвучивают, что это из Африки. Ну, будем надеяться, что это оттуда. Вот. Хочу сказать, что у них товар очень красивый, яркие краски, разнообразные, одежда вся из натуральных тканей. Краски аж зашкаливают. Вот. Ну, вы все это увидите. Позже они, вот как было по прошлым ярмаркам, я знаю, где-то после обеда у них будет танцевальное шествие. Они будут исполнять какую-то песню, в трубы дудеть, в барабанах танцевать. Это такая красота. Все останавливаются. Даже из кафе сотрудники все выходят и начинают снимать на телефоны, потому что такая красота. Потом они поставили палатки с едой, готовят прям. Запахи, аж этот, голодным лучше там не ходить. А я вот как раз попала уже к обеду, кушать хотелось, и уже ходила и прям давилась слюной. Очень красивые у них сумки, кошельки, вот очень много изделий из льна. Брюки, платья, рубашки на любой вкус, любой размер. Посмотрите, какая игра красок. Что-то невероятное. А вот у этого мужчины сейчас будут украшения. Натуральный жемчуг. Разных размеров. Красота, я неимоверно, я очень долго стояла, рассматривала. По-моему, это у него, если я не ошибаюсь. Да, у него. Ну и цены, я бы не сказала бы, чтобы прям это так дорого. Если любит кто-то вот натуральный жемчуг, натуральные камни, то цены здесь доступны. И розовый есть жемчуг, и видите, цветные, и серый, и черный, и белый. Разные. Вот это красивая нитка. Прям разноцветный. Крупный, мелкий. Смотрите, какой розовый, нежный, да? Все красивое такое. Ну вот, иногда покажу вам дорогу, не без этого. Погрешности всегда бывают. А вот этот вот продавец, он всегда на этом месте останавливается. Всегда. Он такой болтун. А здесь красивые украшения для волос. Я останавливалась не у каждых. Скользь получалось иногда снимать. Ну, я думаю, вам этого достаточно. Посмотрите, какой красивый голубой цвет. Это лен, штаны. 20 евро. Я думаю, что это недорого для натуральных тканей. Это даже прям
Я не сняла одну палатку, не получилось. Я туда зашла, увидела, что, наверное, из-за голода. Увидела, у нее стоят эти маленькие бутербродики, канапе с помидоркой, хлебушек черненький. Ну, это видно было, что они масла продают. И она сразу начала озвучивать, что попробуйте, это масло макадами, это самый дорогой орех считается, если кто-то пробовал, кто-то знает, это очень вкусный орех, попробуйте, если кто не пробовал. Он у нас здесь продается, он крупный такой, круглый, в пакетике, по-моему, 50 грамм, если я не ошибаюсь, и стоит он... До наценок стоил он где-то около 4 евро. А сейчас, наверное, подняли еще, наверное, дороже. Но вкусный очень орех. И вот из него сделано масло. Я не удержалась, конечно же, когда я попробовала. Она мне не сильно так уговаривала. Я голодная ведь была. Я взяла одну штучку. И сначала меня смутило то, что там с маслом. Я не очень это люблю, но когда я попробовала, конечно, это масло далеко по вкусу находится от оливкового и других там маслов. Я пробовала разные. Я таким возгласом, вот так она смеется и меня копирует. Конечно же, я... А еще что скажу? Нечаянно у меня жвачка была во рту, я забыла ее вытащить. Я ее проглотила вместе с этим канапе. Потом очнулась, думаю, ё-моё, где же моя жвачка? И я не удержалась, купила это масло. Конечно, это очень дорого. А маленькая бутылочка, ну там грамм 100, наверное. 9 евро я отдала за эту бутылку. Стеклянная такая, и у них прям в наборах они были. Большая стоила, по-моему, она сказала 19, но если сравнивать с ценой на такой орех, то это даже дешево. Ну, в общем, вот это не вошло в съемку. Очень много украшений. Есть и серебряные, есть и обычная бижутерия. И вот, по-моему, уже съемка была, я... пока про эти канапе рассказывала. Там у нас сцену поставили возле фонтана. Скорее всего, будет еще какой-то концерт. Обычно его здесь, в центре, ставят прям, а это увели в другую сторону. Смотрите, даже корзиночки расшиты бисером. Они так горят, так красиво все. Очень такое. Все ручная работа. Обувь тоже. Я хотела померить, но моего размера не было. Ручная работа. Мягкие, легкие. Это, ну, не передать. Посмотрите, какие сумки красивые. На рынок, да, вот в магазин ходить с такой сумкой. На пляж. Какие ткани. Вообще молодцы они. Люблю. Я чисто случайно просто проезжала. У меня сегодня термин был. И проезжала мимо в центре. И вот увидела. Думаю, ну на обратном пути я точно остановлюсь. Не поленюсь. И съемку вам все-таки сделала. Не знаю, понравится или нет. Ну, прогуляетесь по нашему центру.
все такое легкое. На лето, боже, такая вот ткани, ну не передать. На любой вкус, еще раз повторюсь. И детская одежда. Ну вот у одних только увидела мужскую одежду немножко. В основном это как-то для женщин здесь. Платья, брюки, юбки. Неудачно сняла низко. А это тепленькое такое. Вот еще вот эта съемка, где возле фонтана поставили сцену вон вдалеке. Что-то будут здесь делать. А ой, вот эта палатка, это, по-моему, турки поставили, как будто в Узбекистане побывала. Я в Турции тоже была. Вот эти вот цукаты у них, финики. Боже, какая красота. Посмотрите, какие сладости. Лукум. Но у меня уже не было денег. Я уже потратилась. На лукум у меня не хватило. Ой. Мимо, конечно, пройти невозможно. Это нужно все. В Турции, конечно, дают пробовать, у них пробные тарелочки стоят. Здесь этого нет, не выставили. Но красота неимоверная. Наш знаменитый динозаврик. Вот здесь такая продавщица, такая как танк. Ей без разницы, кто идет, чего, не напропалую. Самое главное, она проходит. Ну ладно, имеет право. А здесь они вот встали в этом проулке, и здесь не очень удачно как-то у них. А народ не так много ходит. Немножко вам посуды. Натуральные камни, коврики. Вообще потрясающе. Такая вот какая-то, знаете, бешеная энергетика от них. Они же вообще такие энергичные люди. Здесь вот и можно косички вам заплетут с разноцветными ниточками. Браслеты, боже мой, это браслеты деревянные, браслеты, обшитые материалом. Помните, раньше мода такая была, юбки вот с этими, как она называется-то? Я уже забыла. Магнолии. Красивые. Ну, я вот заметила еще по прошлому разу, немцы очень любят вот эту ярмарку. Они, женщины вот в основном любят сумки у них покупают и вот одежду, потому что это действительно практичная она и красивая, удобная. Вот опять красивые кольца. Не смогла мимо пройти. Красивый такой, посмотрите, лиловый цвет. Сейчас достану это кольцо. Но уже мерить не стала, потому что это не очень удобно. Съемка и примерка. На любой вкус кольца.
А вот у этого все для ванны. Такие мыльницы и натуральное мыло. Даже нарезали, чтобы ложечкой брали и нюхали. Ну, запах, конечно, специфический. Я такое не люблю. Здесь тоже все для волос. У них кожа хорошая, кожаные сумки. И модели такие, вот знаете. И кстати, это недорого, вот как-то. Для такой кожи это, я считаю, что это недорого. Вот льняные платья, цвета разные, какие хотите прям. Балахоны. Классно. Барабаны у них вот эти стоят. Конечно, хорошо было бы заснять вот это выступление. Ну, я не знаю просто, когда это начнется, и там стоять и ждать. И будет ли в этом году, вот это интересно, не стала я. Разные фигурки у них, все вот это вот ручная работа. Красота. Игра красок зашкаливает, просто зашкаливает. Вот эти коробы мне нравятся вот для белья. У этого мужчины вот сумки красивые и обувь тоже. Подошла посмотреть шлепанцы. Ну, обувь у них, по-моему, у всех 25 евро. Они, знаете, вот прям так и говорят, 25. Ну, по-немецки. Шлепанцы, кстати, очень хорошие. Мягкие-мягкие, но это кожа натуральная, подошва. Припыленные, конечно, он обстукивает их, чтобы пыль снять. И домашние тапочки, и посмотрите, какие босоножки. Все такое прям. Это все ручная работа. И для ручной работы это очень дешево. Свой труд не очень уважают, называется. Да. А здесь камни, вот это раковины, вот настоящие. В разрезе. Аж горят они внутри. Тоже так все красиво. Кувшинчики всякие, мисочки, вот какие-то, ой, корзиночки. Ну это так классно. Это вот прям. Вот опять у них бусы, подвески, кулоны. Браслеты, все такое прям.
Я даже цену не стала спрашивать, потому что понятно, что это натуральное и заломит за это, конечно. Тоже кулон. Камушки. Ведь кто-то же ведь это покупает, кто-то ведь коллекционирует, да? Смотрите, какая красота. Вот такая вот у меня сегодня прогулка получилась. Надеюсь, вам понравилось. Заранее извиняюсь за съемку. Опять же говорю, не очень удобно снимать. Скрытно это опять делала, старалась. Они посматривают, но ничего не говорят. Ну, я не наглела. Здесь чужую попу сняла. Что-то прям так ей побольше времени уделила. Ну и все, по-моему, на этом заканчивается.